Australian Open в этом году войдет в историю как один из самых скандальных. На смену истории с депортацией Новака Джоковича пришла новая «Где Пен Шуай?». В воскресенье служба безопасности на одном из матчей в Мельбурн-парке попросила двух болельщиков снять майки и убрать плакат в поддержку китайской теннисистки. Но затем организаторы пошли на попятную. Австралийская федерация тенниса капитулировала, потому что знают, что выглядят очень-очень плохо. И это невероятно, потому что мы сделали это с помощью двух футболок и ссылки на GoFundMe. Это движение не прекратится, пока мы не увидим Пен Шуай за пределами Китая или пока Пен Шуай не будет говорить свободно. Известная китайская теннисистка в ноябре прошлого года заявила в соцсетях о сексуальных домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Госсовета КНР, а затем пропала. Время от времени она все же начала появляться в медиапространстве, но ее заявления вызывали у мировой общественности еще больше вопросов.